Личная неприязнь к животным или обоснованная претензия. 18 февраля административная комиссия продолжила разбираться в жалобе на владельца собаки, который нарушил правила выгула своего питомца. Свободное передвижение собак по улице без присмотра хозяина запрещено. Это прописано в первом пункте правил благоустройства. Но соблюдают его не все. Владельцы уверены, именно их собака никого не тронет. С 1984 года в Кукуевке, с самого начала, так сказать, когда у нас начал разрабатываться, это у меня вторая собака. Никаких вопросов ни к собакам, ни к одной, ни ко второй до сих пор не было. Ни с кем из соседей я не поругался, ничего, не поскандалил. Неглубокая убежденность в безвредности своего питомца, ни сетование на наговоры соседей не являются аргументом, оправдывающим бесконтрольный выгул. Ведь даже самые мирные животные могут повести себя непредсказуемо. Слышите, как остро стоит вопрос с собаками, которые бегают по улице. Сколько людей, по России у нас детей, нападают бездомные собаки? Да. Ну, вот вы, наверное, хотите в этот процент попасть. Ваша собака может напасть. Вы, если сами не видите, она бесконтрольно догуляет. Если она на человека, на взрослого напала, что ей стоит напасть на ребенка? Да ничего ей не стоит. За правонарушение ответчику все же придется заплатить штраф и пересмотреть свой взгляд на прогулки с домашним животным. Всего на заседании было рассмотрено 12 протоколов. 9 по несоблюдению тишины и спокойствия, 3 по нарушению правил благоустройства. Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей. Ксения Лошкова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.